Я вам бажаю смачного, час розслаблено поснідати, а щоб не гаяти час і не відволікатися від ранку з Україною, ось вам рецепт салату, який робити усього 5 хвилин, і навіть діти його можуть зробити швидкоруч. Тож записуйте. Добрий ранок. Я вітаю всіх, хто робить кожний свій день гарним та смачним. Ми часто, кстати, жалуємося на то, що нам не хватает времени на то, щоб позавтракать, повноцінно позавтракать по утрам. Поэтому їдим булки, бутерброди, ну і всякі вредності, які, надо сказати, доставляють нам удовольствие. Поэтому сьогодні я предлагаю приготовить вам очень быстрый и вкусный салат, который называется дальневосточный. Мы начнем с куриных яиц. Режем их довольно крупно. На половинку, на четвертинку. А каждую четвертиночку вот достаточно вот так. Сразу же кладем все в салатницу. Так. Лук репчатый. Его нужно нарезать полукольцами. Переходим к крабовым палочкам, предоставленным торговой маркой «Водный мир». И тут секрет всего один – это правильный выбор. Эти крабовые палочки легкие, низкокалорийные. Изготовляются они из филе океанической белой рыбы. Так, пачки нам, кстати, будет достаточно для этого объема. По сантиметрику. Ну вот, замечательно. Нарезали крабовые палочки. Теперь переходим к авокадо. Перечислять полезные качества этого фрукта, конечно, можно бесконечно. Но я только добавлю, что он не содержит ни сахара, ни вредных жиров. И это, конечно же, всецело полезный продукт. Перемешиваем салатик. Посыпаем теперь тертым сырком. Вот так вот красиво. Для того, чтобы выдавить максимальное количество сока из лимона, необходимо подержать его в горячей воде всего одну минуту. Иди сюда ко мне. Нам нужна только половинка лимона. Вот, видите, он мягкий, дает так много сока. Скользкий типчик. Мы добавляем совсем немного растительного масла, соль и перец по вкусу. Быстро и очень вкусно. Чего желаю и вам вместе с торговой маркой «Водный мир». «Водный мир» – коли корисне, таке смачнюще. Ну и бажаю вам гарного та энергійного дня.